Я человек недружелюбный, сразу говорю. Не знаю, почему это, но как-то мне сложно доверить сразу человеку. И диалог я тоже плохо вступаю в этом плане. У всех есть шансы на этом проекте, но мои тройки большие проблемы, потому что там я. Чтобы время не тянуть и чтобы нам до утра не сидеть, мы готовы его взять. Попал к тому, кому хотел, и я очень рад, что последующее знакомство с Игорем Игоревичем Матвиенко меня только воодушевило. Хороший мужик. Выбирали песню к четвертьфиналу очень долго. Сложность заключалась в том, что нужно было выбрать очень известную песню. Там жюри сидит Волтер Афанасьев. Да, и он мочит там вот по... Но если по-английски плохо поет, тогда не надо. С вокалом мы доработаем, а вот если есть артистическая харизма и есть вот посыл в зал, значит, с этим человеком уже можно работать. Абсолютно уверен в своих силах, отрепетировано все досконально, не сомневаюсь. Я в первый раз вообще слышу в таком стиле музыку. Во-первых, поздравляем, все уже позади, можно спасибо. Выдохнуть. Да, здорово, что можно. Не напрягайся, все уже. Вперед, вперед. Ну вот смотрите, ощущение, вот Игорю опять же за это спасибо. Я, конечно, не слушаю такую музыку в машине. Или там, ну, дома, да. Но ощущение, вот это патриотическое ощущение...
оно сглаживает абсолютно все. Вот лично для меня. Потому что мне захотелось встать рядом, пойти, значит, вот вперед. То есть впервые, Максим, наставники впервые открыто признают, что текст песни тоже важен. Важен, конечно. Это конечно впервые важен. Происходит здесь, на главной сцене. Музыканты здорово сыграли, это очень хорошо. Но я фактически пацифист, так сказать, пацифист. Я не понимаю песен про войны, так что... ну, мне понравилось, но я просто не понимаю. Что скажет наставник маэстро Игорь Матвиенко? Я скажу, во-первых, что песня «Миллионы» Александра Скляра, я считаю, одна из лучших патриотических песен написанных. К сожалению, не моя песня, но мне мало нравится патриотических песен. Вот эта песня, она настоящая. Песня сложная, хотя петь там особо нечего, но вот это состояние, которое там находится, его нужно, конечно, передавать именно внутренним содержанием. Вот этого, конечно, не хватило. То есть, я понимаю, волнение было в начале, но вот иначе патриотизм становится таким немножко лубочным, а это хуже быть ничего не может. Пока это не вот не хай-класс. Ну, спасибо. Одним словом, спасибо. Смело мы в бой пойдем, так сказать. Александр, мы вас поздравляем. Для вас практически мучения уже закончились. Пока, спасибо. Пока, спасибо. Спасибо. Отдыхайте. Отдыхайте.